Они посетили уже 22 региона страны и более 25 городов. Цель акции «Дорога к победе» – передать бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и росгвардейцам автомобили, приобретенные на средства жителей Приморского края. Автоколонна везет гуманитарную помощь детям Донбасса. Еще одна цель «Дороги к победе» – передать икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре. Несколько раз уже отвозили гуманитарку туда. Вот у меня это уже не первое. Вот. К идее пригласили ветеранов морской пехоты и совместно приобрели на средства наших граждан Приморского края автомобили. Вот, и выдвинулись непосредственно в Луганск-Донецк. По пути следования заезжаем в города, проводим уроки мужества, посещаем памятники, возлагаем цветы. Маршрут автопробега прошел через Тольятти. Его участников встретили росгвардейцы. Вместе с ветеранами они возложили цветы к мемориалу в местном парке Победы и побывали в школе номер 14, которая носит имя кавалера Ордена Мужества Ивана Ханипова. Мы очень рады их приветствовать здесь. Мы подготовились, организовали проведение возложения и проведение уроков мужества для того, чтобы те защитники Отечества, которые 20-30 лет отслужили, все являются ветеранами боевых действий, помнят и знают историю, рассказывали нашему молодому поколению, что сейчас происходит, что происходило раньше. Автопробег «Дорога к победе» не последний, как и сбор гуманитарной помощи. Кроме одежды, обуви, товаров первой необходимости, на Донбасс отправляют письма, рисунки и посылки для бойцов Росгвардии и сотрудников морской пехоты. Ольга Павлова, «События».